Полмиллиарда людей в мире страдают от сахарного диабета. Многие из них десятилетиями не могут добиться квалифицированной медицинской помощи. Безвинные дети каждый день получают уколы и подвергают свой организм всем опасностям болезни. Диабет крадет годы их жизни. Большая часть диабетиков умирает раньше здоровых людей их возраста. В 2012 году 3,7 миллионов человек умерло от диабета и его осложнений. И эта цифра растет. В этом году 2 миллиона диабетиков ослепнут. Каждый десятый из них умрет без ноги. Только 10 людей с необратимой почечной недостаточностью доживут до пересадки почки или подключения к аппарату искусственная почка. Еще миллионы диабетиков умрут от инфарктов и инсультов, а выжившая часть из них останется парализованной на всю жизнь. Комбинированная авторская методика доктора Владимира Даничека позволяет стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшить вредное воздействие лекарственных препаратов и защитить этих несчастных от страшных осложнений сахарного диабета. Но кто его услышит, если мы, команда Диалайт, не будем об этом говорить? Вы знаете, что новые подходы в медицине начинают применяться в рутинной практике через 30-60 лет. Профессор сначала должен выпустить книгу, потом преподаватели университетов ее примут как учебник, начнут обучать врачей, врачи примут новую информацию и начнут по-другому лечить людей. Доктора – это самая консервативная часть населения планеты. Поэтому не ждите, что завтра все семейные врачи побегут лечить своих пациентов по новой продвинутой методике. Приходя к местному специалисту, пациент получает какой-то местный уровень лечения. И только интернет-медицина, медицина без границ и расстояний, может доставить наилучший способ лечения в любую точку планеты. И кто его доставляет сегодня в Россию и Грузию, Украину, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Израиль, Молдавию, Америку? Кто кроме вас? Только вы, команда Диалайт.